Добрый день, уважаемые подписчики. Приобрел себе инструмент, пришел из Америки. Сейчас похвастаюсь. Замечательный ключ для демонтажа и установки рулевых тяг. У нас искал такого, не нашел, поэтому заказал только через интернет. Номер его идет 27178. Называется фирмы OEM Tools Master Inner Tirol Tool Set. Английский у меня никакой, поэтому не обессудьте. Здесь так 04.30.2018. И, кстати, производство Made in China. Но с AliExpress такой не пробивается. Вот такой вот ключ. Чем он хорош? Им удобно закручивать и откручивать рулевые тяги. Это фиксатор. Это ключи разных размеров. Одеваются на рулевую тягу, вставляются сюда и фиксируются. Все. С этой стороны четырехгранник 1,2 дюйм. И откручивается. Будет автомобиль с рулевой тягой. Покажу, как это работает. Размеры. Опять же, размеры в дюймах. Увеличения разные. Поэтому, я думаю, на все ключей не будет. Придется дополнительно делать еще ключи. Разница у них, по-моему, через миллиметр идет. Есть у меня рулевая тяга. Это вот Land Rover Discovery. Вот он, подходящий ключ. И получается, открутил, закрутил. Будет автомобиль, уже покажу на деле. На этом все. Всего вам доброго.